Привет, друзья! Вы снова на канале Абьюз ТВ, и с вами Алексей Поздняков. В сегодняшнем нашем видео мы протестируем такое оборудование, как LED-лампы. Мы разберемся, для чего они нужны, мы протестируем их в ночное время и сделаем все-таки вывод. А вывод касается такого вопроса. Это все-таки больше относится к тюнингу или это применимо в любом виде деятельности, как безопасность и как в охрану труда? Смотрите наше видео до конца. Поехали! Основная задача – это дополнительное освещение на транспорте. Применение. Основной рабочий свет – это устанавливается на бампере техники, тракторов, автомобилей. Второе – это боковой рабочий свет. Вот такие лампы устанавливаются по бокам, которые смотрят в разные стороны. И дополнительный рабочий свет, который устанавливается в виде панели. Дальность освещения. Такая лампа светит на 60 метров, такая лампа светит на 100 метров. Если говорить о панелях, они светят до 300 метров. Еще есть такой показатель, как температура. 6000 кельвинов дает нам освещение как днем. Защита от пыли и влаги по стандарту IP67, что дает влагозащиту и пылезащиту. А это значит, можно использовать в любых погодных условиях. Алюминиевый корпус дает защиту от механических повреждений, а соответственно может использоваться в любых сложных погодных условиях. На такой карьерной технике, на сельхозтехнике, на сложной технике, где используются очень сложные условия эксплуатации. Срок службы данных ламп 30 тысяч часов. Это 3,5 года беспрерывной работы. Это означает, что на протяжении данного периода вы можете комфортно и безопасно работать в любых погодных условиях в ночное время суток. Итак, энергосбережение. Светодиодные лампы потребляют гораздо меньше энергии, чем обыкновенные галогеновые. А соответственно, меньше нагрузка на генератор и меньше расхода топлива. Еще одна особенность данных ламп – они есть влагозащищены, поэтому могут использоваться в различных условиях эксплуатации. Не только на внедорожники, а еще на сельхозтехнику, на грузовую технику, на строительную технику, на коммунальную технику. Использование данных ламп – это прежде всего не тюнинг, а это безопасность и комфортная работа в ночное время суток. В описании данного видео вы сможете найти ссылку для приобретения данных ламп. А пока поехали их тестировать. Пока!